Всем с добрым утром. Продолжаю сидеть на диете. У меня идет уже третья неделя. В понедельник будет уже ровно 3 недели, как я сижу на диете. Диета у меня интервальная. 10 утра, 2 часа дня и 6 часов вечера. 3 раза я питаюсь. И после 6 уже, соответственно, ничего не ем. Только хожу 1 час прогулки. Вот такой у меня завтрак. Каша овсяная с маслом. Конечно же, кофе. Я добавляю туда миндальное молоко, потому что я пью только с молоком, черный не могу. Но вот купила себе миндальное. Там вроде как поменьше жиров. Иногда покупаю кокосовое. И вот такие вот у меня три вкусняшечки, зефирки такие небольшие. Это мой десерт. Без него я не могу. Сладенькое я очень люблю, поэтому ем утром, либо днем могу. Вечером уже нет. Вот такая вот у меня прекрасная диета моя продолжается. И через недельку я буду взвешиваться. Вес вам скажу, сколько у меня ушло за месяц. Всем приятного аппетита, всем пока!